1999 год. Холодная война закончилась 10 лет назад. Впервые в этой половине столетия миру перестала угрожать опасность ядерной катастрофы. Казалось бы, настало время мира и процветания. Но террористы под началом Усамы бен Ладена начали свою священную войну. К началу 21 века волна терроризма захлестнула весь мир. Посредством международной сети интернета стало доступно странам третьего мира приобретать любое оружие. Спецслужбам отдельных стран стало намного труднее бороться с террористами. И тогда возникла необходимость создания специальной организации для борьбы с терроризмом. Эти тренированные ребята просто звери. Члены этой организации – это секретные агенты различных спецслужб. Подобные организации «Люди в черном» — это очень засекреченное агентство, о нем не знает даже Шандыбин. Даже Жириновский не знает. Эта организация будет действовать мгновенно и эффективно до того, как Усама бен Ладен сможет нанести ответный удар. Такая организация уже создана. Ее кодовое название — Rainbow Six. Есть, готов. Пошел. Thank you.